Новая жертва перевала Дятлова. Спасатели МЧС эвакуировали с таинственной горы на севере области туриста, пострадавшего в походе на внедорожниках. Для спасательной операции пришлось поднимать вертолет. Сесть рядом с местом, где находился мужчина, экипаж смог лишь с третьей попытки. Выполнили две попытки произвести посадку поближе к пострадавшему. В итоге не получилось, пришлось подбирать на удалении. Вот. А дальше уже спасателям, плюс очень много, большое количество туристов находилось рядом, порядка 15 машин. Пришлось подключать всех для эвакуации, из ущелья поднимали уже вручную к вертолету на гору. Сама авария случилась накануне. 52-летний свердловчанин путешествовал со своими друзьями по перевалу Дятлова на автомобилях. Вдруг его внедорожник перевернулся и угодил в ущелье. Мужчина получил травмы. Его спутники связались со службой спасения. Авиаторы приняли решение о санитарной эвакуации пострадавшего. Этой ночью его доставили по воздуху в Кольцово, оттуда в 36-ю больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.